Смотрите, как у нас. Да. Да, спасибо. Все, что тут у нас написано, хоть на фокусе, через объектив размывает, но... Вот ты вчера понял. Я твое лицо в луже валял. Немерено. Там красный горит. А ведь видишь, вот тут не знаю, здравствуй у нас. Зеленый вот. Вот так вот? Вот так вот. Не пристегнут? Пристегнут, да. Вот на множество отбило. Они там сняли, знаки сняли. Вынесли машину, вместо УВД Тверской отвезли в Фили, их сдали. В общем, что мою машину подали в розыск. Я пойду к ним подойду. Вы нарушаете. Переход у нас слева, справа. Пойдем его подробно. Пойдем подробно. Добрый день. Почему нарушаем? Правила дорожного движения. ПДД не для всех. Майк, набьют вас. По моей инициативе. Сейчас пойдем сделаем обращение, раз дважды нарушим, правильно? Да. Негоже, негоже так себя вести. Ну я побежал, я быстро бегу. Жетончик, ты оставишь, пожалуйста? Все, паспорт, не будете просить? Спасибо. Не, все хорошо, здесь, спасибо. Здесь достаточно было инициалов, представился, сфотографировали, люди, как говорится, по вызову проверили, в адеквате ли я, может быть, сегодня от меня тоже пахнет чем-то, вот, запаха не обнаружено никакого, возможно, а про это просто улица, соответственно, будем стоять сегодня потеплее, сегодня здесь, это переулок не так ветрено, поэтому я думаю, что до Талова, в смысле, пока не растает снег. До Талова, прям прямолинейно. А вдруг Верясов приедет с Шишканом? Это будет прекрасно, если они приедут, прям это будет подарок, это подарок будет им на 8 марта. Но ни в коем случае нельзя их прощать, они должны сидеть в тюрьме. Я согласен, но в установленном законном сроке, и это будет решать местный орган, да? Потому что используют служебное положение, чтобы там... Смотрите, вы не из медичек сами. Будьте осторожны, там третий ОП есть, в котором пытают людей. Не дай бог вам туда попасть, как сотрудник туда. Давайте не будем мешать Антону. Ну, Антон, разобьете на дороге вот так вот. Я показываю, Володенька недоволен водителем вот этой вот машинки, которая не пристегивается, во-первых, переходит в неположенном месте, на замечание не реагирует, не представляется. То есть не выполнил твое законное требование? Вообще, да. Его надо оформить. Давай. Сейчас мы подождем, пока он уедет еще. Оформим? Еще разочек нарушит, когда уже гражданский арест совершим. Это вы, который пассажир или водитель? Не, водитель. Пассажиром я общался. Но он скрывал жетон, пассажир. Ага. Не волнуйся. Шабалаков, Кузнецов и Ануфриев. Три сотрудника, которые забрали меня и увезли в неизвестное направление. На самом деле я уже ожидал какой-то уголовной статьи. Вот. Но мы катались больше 4 часов по разным местам Москвы. Это цитаты. И приехали около 9 часов в суд. То есть меня они таким образом... 9 часов вечера? Да, 9 вечера, 21. То есть у меня задержание административное, кто не в курсе, закончилось в 2:30, да. Вот, а в 14:30... Там кто-то с Кузнецовым в армии служил. А 16, да. Напиши, пожалуйста, на почту, кто служил. Напиши на почту, да, расскажи про него что-нибудь. А в 4 часа, в 16, вот, насильственно... Что, меня... там мочки драйл в армии, да? Автомобиль патрульный и 6 часов катали по Москве. Сказали,
что забыли дорогу. Но вот мы изведали Пироговский лес, водохранилище, ездили по всей пострадавшей. По всей видимости, они планировали избавиться от Антона либо в лесу, либо в водохранилище. Забрали у меня всю технику, видео, аудио, телефон. То есть это можно было все выкинуть в окно и сказать, что у нас журналистов можно стать. Относительно мы отлично смотреть на опыт полиции, беспредел там процветающий. Опубликуйте это! Они могут делать с ними все что угодно. Жалобы поступают на телефоны, на почту люди пишут, которые также сталкивались с третьим ОП. Вы также не оставайте равнодушными, кто в курсе ситуации с третьим ОП и страдал от них. Также пишите, звоните. Обязательно публиковать ваши истории, встреч с данными гражданами или с другими представителями флоры и фауны Мытищинска. Отлично. Ребят, вот люди останавливаются, фоткают это все. Надеюсь, разместят в соцсетях вот эти вот фотки, картинки, да, для того, чтобы это все дело получило намного большую огласку. Вот, с хэштегами там определенными. Так что, короче, мы это все дело распространяем максимально, чтобы виновные понесли наказание. Павел Владимирович, ну, ваш запрос мы получили, вчера вы направляли, да? Да. Все по почте он зарегистрирован. В настоящий момент, собственно, проводится мероприятие, будет отправлено правительство к мероприятию, он служит подразделение, и в установленном порядке вы получите ответ. Ну, смотрите, у нас цель, это ж не жалоба. Так. Вы же понимаете, что конечно, это не конечно. Жалоба. Если бы это была жалоба, мы пошли в другое место и писали бы жалобу. Вот. Мы хотим собраться и решить данные проблемы. Они, народ от них уже устает. Нам такая полиция не нужна, вам тоже не нужна. Я вас понял. И мы предлагаем, давайте вместе, совместно, примем какие-то усилия, не карательными мерами, ни в коей мере. Потому что все хотят, давайте их увольнять, давайте все делать. Не исключено. Это не нам решать, кого увольнять, кому не увольнять. Но если в наших силах есть что-то поправить, исправить, то мы готовы прийти на помощь нашей доблестной полиции. Я полностью с вами согласен. У вас вот требования, вы уже в обращении. У нас нет требований. Ну, у нас предложение, да. У нас предложение, мы не требуем. Ваши предложения будут изучены, вот вы в срок установлены, получите ответ на них. Мы сейчас работаем, чтобы как раз эти предложения... У нас предложение, да, мы хотим встретиться. Мы же почему хотим? С ветеранами встретиться. С советом вашим. Не обязательно нам с руководством. У вас есть специально обученные люди, которые знают, как что делать, как руководство уже доведут. Поэтому и говорю, что раз мы журналисты, да, конечно, нам с пресс-службой хотелось бы обсудить эти вопросы, и я считаю, что мы правильно выбрали. Плюс не на имя там, кого-то, что-то. Вот. Ситуация, единственное, что известно, да или нет, что происходило в Мытищах. По поводу, вы уже предоставили все материалы, там видеозаписи. Ну, все, ситуация все вам только известна или руководство тоже в курсе? Вот в МВД вчера вышли и сказали, руководство в курсе. Нет, конечно же, ваш запрос, он зарегистрирован, еще раз, он отправлен в соответствующее подразделение, все в курсе, все изучают записи. Хорошо, тогда вопрос. А до того, как мы отдавали вам запрос и уведомили, что происходит в Мытищах, вы не знали, да, об этом? Или это коммерческая тайна? Я понимаю, что не коммерческая. Мы сейчас разговариваем по поводу вчерашнего нашего обращения, и вот в рамках обработки его, вот я... Согласен, потому что вы не уполномочены. Знаете почему? Потому что люди, а вы сами понимаете, зрителей достаточно, они спрашивают, нам тоже задают вопросы, скажите, а вот руководство хотя бы в курсе, что происходит? Вот, допустим, в МВД мы ответили вчера, прямо в прямом эфире, да, в курсе. И заместитель пресс-службы, руководитель пресс-службы сказал, да, нам эта ситуация в курсе, она у нас на контроле. От вас мы хотим увидеть этот ответ, вот этот, услышать. Мы до вас довели, мы молодцы. Или все-таки руководство реально наблюдает за этой ситуацией, потому что она вчера случилась. Я понял. Вы можете ответить на этот вопрос? Вы эти перерывы возьмем, свяжитесь с кем положено и скажите, идет какой-нибудь что-нибудь в этом направлении? Или только благодаря нашим усилиям начинается вот это движение? Пожалуйста, вот Антон, вот у него вопрос. Просто, или вкратце, он оправданный человек уже. Я понял, да. Просто он уже оправданный. Да. Процессуально, познакомься. Здравствуйте, Алексей. Антон. Владимир Анатольевич, приятно.
Я прошу прощения. Вы знаете, у нас строгие рамки взаимодействия. Я уполномочен лишь говорить по вчерашнему, соответственно, вашему обращению. Что оно будет рассмотрено, оно зарегистрировано, и вы получите ответ. Вот только в данном случае. Согласен. Ну, довести до руководства вы можете его пожелание? Все остальное. Мы уже и вчера пожелания услышали, мы тоже смотрели ваше мероприятие, поэтому... А вы в прямом эфире видели? И в прямом эфире тоже все. Подожди, нет, не было выложено. Мне было, было. Ну, спецслужбы? Ну, там было, уже выложено? Было, было. Ну, вы частично, частично. Общение, то есть, поэтому, как ничего, только хотим, чтобы было разбирательство по закону, и чтобы сотрудники, которые чинили бесчинство, я считаю, что все люди, которые указаны на моем плакате, они, в данном случае, я не могу сказать за суд, да, но в моем лице они совершили преступление и разного рода правонарушения. Ну, правовую оценку я лично не могу. Я понимаю, что мы только взаимодействие хотим, чтобы быть услышанными, и возможно, что мы встретимся с руководством, мы как-то будем взаимодействовать, чтобы таких ситуаций было меньше. Ну, или вообще. Давайте сделаем следующее. Я сделаю немножко небольшое отступление. Как я сказал в МВД, так и скажу вам, передайте своему руководству, если они нас сейчас смотрят. Система ГИБДД в Российской Федерации работает на отлично. Есть нюансы, но другие службы, к сожалению, начиная по ППС, дежурная часть, люди спрашивают, где ГИБДД. ГИБДД... Не все регионы. Но ГИБДД в основном, почему вот руководитель смог добиться, почему ГИБДД в регионах, в Московской области, вот, ну, грамотный инспектора, заходишь в дежурную часть, ну все, ну спросить не у кого. Вот что обидно, почему нас и привлекло вот это внимание, почему нас и возмущает это, и граждан. ГИБДД, но опять же, давайте не будем исключать, с помощью вот таких граждан ГИБДД и граждане нашли понимание, и ГИБДД стало обучаемо. Сколько потребовалось времени, чтобы приучить сотрудников ГИБДД, что водитель не обязан выходить из машины. Ну было же. Ну, с трудом все это, но они быстро обучаемые оказались. Давайте вместе, совместно и научим другие службы служить народу. Давайте стараемся. Все, на этом мы расстанемся. Значит, ответ тогда, когда нам ждать? Ну, сколько у нас есть, 7 дней? Ну, МВД сказала раньше ответ. Да. Постараемся. То есть, они говорят, раньше доведем до руководства. Да, затягивать мы не будем. Потому что мы будем дальше действовать. Мы же не говорим, что... Пока мы не идем ни в прокуратуру, ничего, потому что давайте своими силами. У нас есть 7 дней, давайте своими силами. Если будем бездействовать, но нас не поймут, нас более сотни. А так на 150, а если взять в целом, более 1000. Мы понимаем. Вы же понимаете, сколько у нас каналов, сколько самая всего. Самая большая проблема, поймите, что вот эта проблема... У него спина вообще не обращает внимания. ...тища была, они так и не поняли, в чем дело. Нам поступают, нам зрители пишут, граждане пишут, что позавчера дежурный там взял взятку в размере 5000 рублей. Мы докажем это, мы покажем, можете даже видео изъять у них. Гражданин на самом деле был без регистрации. Гражданин не хочет писать заявление только после того, когда он покинет. У гражданина был билет на 8 число, он покидает страну, и мы вам опубликуем записи, где ему угрожали 5000 рублей в суд, либо 5000 на месте. Он дал 5000 на месте, его отпустили. Это третий УП, правильно? Третий отдел, да. Самая большая проблема, что они даже не успокоились. То есть на фоне того, что произошло, они могли бы хотя бы опасаться проблем. Они нет, они не учатся этому. Они чувствуют себя безнаказанно, к сожалению. Вот мы почему к вам пришли и вчера пришли. Потому что они как бы поняли, что... С этим надо решать. Спасибо. Да не за что. Пока не за что. Коммуникацию мы это имели, что... Ну, зачем? Вы откликнулись, мы... Первый шаг. Постараемся, по крайней мере, все сделать. Давайте там много говорить не будем, ребят. Все, пойдем. Все, мы поехали. Мы тищем, можете их предупредить. Можете предупредить, мы едем туда. Спасибо вам за то, что вы уделили время. Ну, если там, тоже мы там с руководством, с одной стороны, пытались. Вот один протокол, мы уже вернули. Два раза, вы представляете, безграмотность, два раза возвращали протокол, суд возвращает. Нет, они проталкивают третий, суд оправдывает. Но в отношении другого человека, ну все же зеркалка, один к одному. Я подхожу к заместителю и говорю, к руководителю, который отвечает за эту службу. Протокол, и этот новый, как фамилия, мальчик. Я говорю, ребят, ну не губите вы тех, кто уже составил эти протоколы. Потому что, ну, преступление... Вот, ну, Володькин. Володькин. Я говорю, не отдавайте вы в суд. Нет, мы, вот начальство приказало. Я говорю, понимаете, что там нет состава? Зачем вы уже этого бедного сотрудника, который написал этот рапорт, составил этот протокол? Я говорю, ну вы же рука владыка. Вы же можете отдать суд, можете не отдавать. Я говорю, наберитесь мужества, скажите, молодой человек, извините, ради бога, все, у нас нет к вам претензий. Я говорю, мы разворачиваемся и уходим. Нет, пойдемте в суд.
Зачем? Сами себе в суд. Зачем? Ну, будет реабилитация, будет, опять же, все. А, это ж народные денежки, иски-то пойдут, народные денежки. Угу. Скажите, а нужно вот такой вот совет, вот ну, если следили за нашими сюжетами, в Минеральных Водах каждый сотрудник, даже не то, что ГИБДД, у них помимо жетона есть еще и бейджик. Что вот подходишь, даже не надо его спрашивать, бывает, что они агрессивно себя ведут. И скажу вам, что ГИБДД в Минеральных Водах знают на зубок любую статью. Я ему говорю статью, он на зубок знает. И нам вести... сотрудника, да? ГИБДД. Полиция, да. Все. Там это тоже запрещали съемку, потом извинялись. Он тот, там был. Я говорю, кто вам? Вы же не обязаны. Он говорит, вот руководитель сказал, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций. У них у каждого на машине 3-4 камеры, бейджики у каждого. И у них нет такой коррупции. Там люди подходят, говорят, вот гаишники, у нас с ГИБДД, да. Это само равно как-то с нормативной базой стыкуется, если это разрешено, то может как общественное сообщение. Это не запрещено. Но вот нам легче. Я вчера с Останкиным столкнулся, ужасная ситуация. Говорю, представь, на кого писать заявление. Да я не обязан. Я говорю, кстати, 5-й пункт, это же есть. Он говорит, я не обязан. И на кого мне писать? ГАИ так никогда не скажет. ГИБДД никогда так не скажет, я не обязан. А ГИБДДшники знают это. Вот почему? Они общаются с нами чаще. Одно, вот вроде бы МВД, да? И почему уважаемый генерал наладил порядок в своей службе не только в МВД, а по всем регионам? Черников, ну красавец, ну что я могу сказать? Услышал, как предложение тоже надо. Это вообще Черникову хвала. И любой сотрудник, любой начальник ГИБДД и на прием примет, и съемку ведите, делайте, что хотите. Ну все, сюжеты закончились. Вы замечаете, интернет уже уходит от ГИБДД. Смотрите, сейчас журналисты, блогеры уже другие темы взяли. Мы сейчас уже боремся с другим, вот Владимир, допустим, за здоровье нации борется, за просрочку, за очень некачественные товары. Против просрочки. Против просрочки. Ну, в любом случае, вы поняли, о чем я говорю. Что. Поэтому, конечно, мы из этого поприща уходим. И действительно, а что там делать? Там все решено. Черников все решил, все вопросы. Колокольцев, получается, решил все вопросы с этой службы. Там единичный случай, да, бывает. Но это же единичный случай. А взять другую службу, ну это страшно. Ну, не говоря за то, что никто не скрывает, что сотрудники иногда балуются, подкладывают и денежки берут. Ваша информация будет передана. Это не моя информация. Получит. Это информация, сигнал, которую нам граждане дают. Все, давайте, много не будем. За сигнал. Все, поговорим. Все, в любом случае. До свидания. Спасибо за содействие. Нам на камеру писать сейчас нетрудно. Ну, да, нетрудно. Никитин Алексей Владимирович. Должность. Я начальник отдела, служба. Спасибо. Беликов Владимир Николаевич, замначальника управления УИОС. Спасибо вам большое. Всего доброго. До встречи. До свидания. Кристин, как вам? А встреча с пресс-службой? 50 на 50. Я не сказал, что я доволен. Прямой эфир. Я бы не сказал, что я доволен. Но, по крайней мере, люди сказали, что спасибо за сигнал. Будем разбираться 7 дней. Самое главное то, что они следят за эфирами. Вчера увидели, да? За роликами следят. Поставили пример сотрудника ГИБДД из Минеральных Вод. Вот так вот я хотел бы, чтобы у каждого было значок и бейджик, что фамилия, имя, отчество, должность. Это же не сложно, в конце это концов. Сложно, да. Почему там ввели? Потому что руководитель знает, что я лучше приму жалобу и накажу его, чем он будет бегать как негодяй. И опять же, с точки зрения удобства сотрудников, да, у них эти жетоны постоянно ломаются, отваливаются, да. А бейджик вон заламинировал его, так же повесил, и все намного проще и дешевле, блин, его сделать и не сделать. А как фотка, фоткой. Никто не говорит о том, что не было бы значка. То есть значок должен как быть. У охранника, условно, есть бейджик и есть удостоверение. Так же здесь. Чаще будем реагировать, они в курсе всех событий, которые происходили вчера у главного управления Министерства МВД на Житной 14. Они отслеживают, благо то, что, как сказать, есть коммуникация. Будем надеяться, что все перечисленные и указанные на плакате сотрудники понесут свое наказание. Едем в Мытищу. Все, вперед. Ждите продолжение.